Итак, очередной день в городе Ханой. Я уже потерял счет этим дням, короче, и я не знаю, сколько я уже в трипе, где вообще нахожусь, ну ладно, в Ханое. Сегодня у нас последний день в Ханое, мы купили билет на самолет. Вот, сейчас пойдем попытаемся постритовать еще немножко. Мы ночевали на футбольном поле. Мы ночевали на футбольном поле, да, в палатке сегодня. Ну, было как бы хорошее место, в принципе, люди было все спокойно. Принесли нам еды. Да. Так что день начался, в принципе, неплохо. Кроме того, что за деньги за кипяток попросили. Ну что ты начинаешь опять? Ну блин, это портить видосы. Короче говоря, с девчонками едем в аэропорт с нашими большими сумками. Еле-еле нашли 86-й автобус. Или он нас нашел, не знаю. Ну что, наконец-то приехали в аэропорт. Я первый раз вообще вхожу в какой-либо аэропорт. Сегодня будет мой первый полет. Вот. Нужно будет еще разгрузить сумки, потому что у нас там кое-какие проблемы с багажом. Мы взяли один билет с багажом. Вот. Как бы такие дела. Там где-то самолеты стоят вдалеке. Короче, вот табло вылетов. И вот, вот это мой самолет. Ну все, короче, теперь у меня есть билет на самолет, и я сегодня могу разбиться на самолете. Вот, короче, здесь время 18:50 отправление, но на самом деле он опаздывает, и мы улетим. А у меня вот ручная, 19:10. Как она называется? Короче, багаж у меня есть. Короче, у него есть багаж, а у меня нет багажа. Потому что у меня есть рюкзак. Я богатая. Говоря, я вообще без понятия, что тут происходит. Там что-то люди ходят. У меня вообще без понятия. Короче, у меня вот паспорта здесь. Там что-то Снежана бегает вообще. Опа. Вот, давай улетим без тебя. Они собрались летать без меня, когда у меня билеты. Наш рейс опять перенесли уже во второй раз, и что-то это мне совсем не нравится. Вот. Ну, короче, вот такая очередь у меня на самолет. А я пойду в самом конце, наверное. Ну, вроде посадка началась, так что надеемся, что мы сегодня улетим и не разобьемся. Еще подходим к стойке регистрации. Там что-то проверяют билеты, походу. Все, прощай, земля. Добрый путь. Встречай меня, небо. Вот оно. Вот эти двери. Мне страшно туда заходить. По-разному бывает. Стоит. Классики. Да видно его уже. Смотри, какая там штука гоняет. Там какая-то штука гоняет. У меня из жопы палка торчит. Ну ты сними ей палку, ты жопа. Пилоты даже видно. Самолет? Вот они, пилоты, они что-то нервничают. Стопудово что-то не в порядке у них с самолетом. Большая толпа, меня толкают сзади там, типа, о, еще. О, да-да-да, надо пройти вперед, говорит. А это самолет. Просто не очень торопится, опаздывает на самолет. Так, 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 мы все ближе к самолету. А можно мне его потрогать? Там вот похоже, что внизу. Опа. Можешь кнопочку нажать. Я вот потрогал самолет. Все, теперь он точно разобьется. Так, тут толкучка какая-то. Капец, это самолет, ребята, вы че? А тут что у нас? А тут кабина пилота, наверное. Здрасте. Не теряюсь, я иду за тобой прям. Тут еще такая музыка играет, типа похоронная.
это аба вообще. Это похоронная музыка. Мы, походу, разобьемся сегодня. Короче, вот. Это крыло оторвется, наверное. И мы упадем. А у нас зато есть выход, смотрите. Мы сидим прямо на выходе. Вот эта милая стюардесса решила... Забрать нам... мои инструменты. Да, забрать инструменты. Я в самолете. Тоже? Его тоже? Там все мои деньги. Ребят, вам капец. Короче, ребята меня посадили возле окошка. Смотрите, какой видок. Блин. Аэропорт. Самолет. Ну все, скоро мы взлетаем. Взлетаемся. Блин. Че? А видосы можно снимать, если режим полета? Снимай. Капец, все. Офигеть. Я в самолете. Ребята, это первый мой полет в жизни. Надеюсь, не последний. Показывают, как нужно выживать. Если что. Хоп, что-то там показали. Я ничего не понял. Маска какая-то. А как пристегивается? Походу я первый умру. Мы разгоняемся? Смотри, мы уже разгоняемся. Мы еще не разгоняемся? Мне кажется, мы уже разгоняемся. Оттуда видно все, видишь? Я смотрю оба в окна. Давай, сейчас нужно сделать. Ну все, мы взлетаем.
летал в самолете, прям что-то было слишком жарко, мне кажется, для первого раза. Тебе не кажется? Мне было нормально. А мне было слишком как-то не по себе при взлете, но все, все как бы вроде наладилось. Давай сядем сначала. Да, осталось только сесть, и можно, можно жить и радоваться дальше. Что самолет это не самое безопасное место на планете Земля. Капец, что с самолетом происходит. Колышет из стороны в сторону. Прилетели, вот аэропорт, мы вроде не разбились, хотя мало ли, сейчас самолет споткнется и мы упадем, ты его знаешь. Ну все, самолет остановился, мы прилетели. За нами пригнали автобус, целый большой здоровый автобус за нами приехал. Целый большой здоровый автобус? Ну обычный, да, ну да ладно. Good luck. Короче, ребята, вот молодцы. Спасибо им большое. Я долетел, я выжил, я жив, я здоров. Вот мой самолет. Я больше никогда не буду летать на самолете. Вот, короче, мой автобус. Вот мой самолет. Все, погнали. Сейчас сядем, доедем. Фу. Прощай, самолет. Я сильно красный, да? Не, не очень. Только потный. Потный, липкий и мокрый. О, чувак на велике катается. Вот это работает. Я понимаю. Все, все, я на земле, смотрите. Мои ноги на земле. Я выскочил из автобуса просто. Вот. Все люди сзади идут, сними сейчас. Пускай идут, да-да-да. Вот я с вас поугараю, да, ребята. Ха-ха-ха. Вот. Фу, блин, неужели я прилетел? Короче говоря, как всегда, Колян получает с мотобайком. У нас, короче, опять мы катаемся на байке. Ничего не понимаю.
вот мы, короче, пригнали к пляжу, и просто здесь волны волнуются. Просто море вообще ништяк. Ну вот, короче, на море. Волны большие.